Привет, друзья, это исследователь. Смотрите, фонарь, освещение на улице горит. Вот, который в центре. И вот там тоже горит. Кажется, такая лампа вот по 500, по киловатту потребляет. Нормально, на улице светло, все горит. Что, типа у народа денег от болезни лечиться нету на похороны, но освещать улицу при нормальном освещении все есть. А это все чиновники виноваты, суки, и государство ебучее пока, ребята.